На базе Духовного православного центра «Вятский Посад» открылась выставка «Орловщина. Сердце России». Проект был организован совместно с краеведческим музеем. В экспозиции представлено более 10 тематических стендов, на котором изображены достопримечательности Орловщины. Идея пришла случайно. Мы использовали все ресурсы нашего музея и предоставили здесь выставку, которая, я надеюсь, будет интересна не только ученикам православной гимназии, посетителям, прежде всего, православного центра. Как отметили организаторы, данная выставка является передвижной. На протяжении года она побывает во всех школах области. Ставим перед собой такую задачу, чтобы люди, которые... по ряду причин не бывали в краеведческом музее, чтобы они знали, что такой краеведческий музей есть, что он работает. Такая пропаганда. Пропаганда наших достопримечательностей, замечательных мест, замечательных граждан наших.